большой привет! Сегодня 17 января, у нас еще Новый год продолжается, пока не торопимся мы ничего убирать, и сынулька еще не особо хочет. В общем, у нас еще такое новогоднее настроение. А как у вас? Сегодня, честно говоря, не планировала снимать никакое видео. Я вчера уже сделала, наверное, 4 видео сняла, остается только монтировать. Но сегодня мне пришла посылка с Китая, причем я жду 2 разных посылки с разной продукцией и с разных сайтов. Поэтому для меня это загадка, и я должна сказать, что я давно уже ничего такого не ждала. Возможно, потому что это не косметика, может быть, из-за этого такой еще детский какой-то интерес и азарт. И давайте же я вам предлагаю, наверное, со мной, посмотрите, какая она большая. Мне не терпится, конечно, уже посмотреть, и захотелось все это открыть вместе с вами. Я уже, наверное, буду вооружаться, чтобы ее, наверное, уже открыть, и поехали! Мне все подошло, я заказала 37 размер и этой обуви, и ботильонов, и попала в точку. У меня эта обувь совсем впритык, если одевать носочек плотненький, мне кажется, будет уже некомфортно, но на капроновый носочек или какой-нибудь тоненький можно будет уже одеть. И вот эти ботильоны тоже 37 размер, и они чуть посвободнее, в целом все как раз, но я думаю, из-за модельки они смотрятся немного свободнее, и это никак не делает их хуже. Мне кажется, в этом и есть эта изюминка. Ну и плюс у меня еще очень сама по себе тоненькая ножка и низкий подъем. Размер моей ноги где-то 23,5 или 23,8. И я оставлю размерную таблицу, которую я как-то нашла в интернете, потому что боялась, что прогадаю, и у меня все совпало. И размер ноги я измеряла как? На альбомный листочек, на пол. И вставала ногой, и где конец большого пальчика и пяточки, делала замеры, и потом уже сделала линейкой все. И попала в точку, чему очень довольна. Естественно, это не натуральная кожа и не натуральная замша, поэтому присутствует запах. Здесь могу сказать, что нет сразу очень такого резкого запаха, который сразу бы сбил с ног, поэтому я надеюсь, что буду носить эту обувь с удовольствием. Все стразики у этой обуви на месте, я вот даже так пробую их немножечко отсоединить пальчиками. В общем, девочки, я осталась довольна, это мой первый заказ такого рода. Ботильоны я одену, наверное, уже пораньше, в какой-нибудь клуб, но вот эта обувь, скорее всего, хотя, может быть, когда при градусов 10-12, когда, может быть, попробую их как-нибудь одеть, посмотрю. Хотя страшно, вдруг треснет, все-таки это не кожа. На этой обуви тоже все достаточно неплохо сделано, молния, нигде ничего не торчит, внутри все на подкладе. В общем, в целом, за такую небольшую сумму очень даже я осталась довольна. Я надеюсь, вам это видео понравилось, вы простите мне мой домашний вид. И всем спасибо за ваше внимание, напишите, с каких сайтов заказываете вы одежду. Пока-пока, до новых встреч!